Меня зовут Владимир Юшко. Сегодня мы находимся в Новосибирском архитектурно-строительном университете силами корпоративного университета и института Икутимбра Алмаз. Для студентов старших курсов организована встреча. На встречу пригласили будущих архитекторов, гидротехников. Для них провели презентацию. Рассказали о деятельности Алроса, о его сотрудниках. Также говорили о перспективах прохождения практики и дальнейшего трудоустройства в алмазной компании. Во время встречи студенты спрашивали о зарплате и трудоустройстве. Желающие посетят Новосибирское отделение института. Во время экскурсии ребятам подробно расскажут, чем занимается Якутнепроалмаз, о перспективах, новшествах и задачах, которые стоят перед учеными и проектировщиками алмазной компании. Подобные встречи на других площадках проводятся не первый год. Их задача – привлечение молодых специалистов после окончания вузов на работу в подразделения компании.